Всем привет-привет! С вами Флешка, и это Женские игры. И мы продолжаем проходить карту материальной энергии. И вы уже можете видеть огромнейшие просто изменения, которые произошли между сериями. Потому что, скажу по секрету, между сериями прошло больше 10 дней. Вот как-то так. Такими пачками я записываю серии всегда для вас. В общем, ребята, у меня много есть чего рассказать. Давайте, наверное, все-таки начнем из Ротундры. Я вам в прошлый раз ее показывала. И так, откроем задание. Откроем задание. Я, кажется, да, Манюлин, я не выполнила. Смотрите, сколько я выполнила заданий без вас. Да, я знаю. Нет мне прощения, просто нет прощения. В общем, отправляемся в Ротундру. Знаете, я побегала в этой Ротундре и поняла, что что-то мало прикольчиков я нашла. Ну вот реально мало прикольчиков. Вот то, что между этажами там эти сундучки, они даже как-то, в общем, ни о чемные. Просто ни о чемные. И поэтому я решила пошариться еще. Давайте возьмем каких-то блоков. Стэк возьмем. Я решила пошариться еще. Но шарилась я на другой карте. То, что я первой создала. Мне там и умирать не жалко. И это. Вот. И один сундук я на той карте нашла. Остальные я нашла здесь. Потому что, вы помните, там был такой уровень с редстоуном вообще по верху. И мой внутренний хомяк просто орал. Собери, все надо забрать. Просто все надо забрать. А вот то, что на той карте я нашла, я вам сейчас покажу. Вот, не зря вот в всех остальных картах там по центру что-то всегда да, находилось. И вот здесь есть... Че? Здесь должен быть сундук. Сундук. Ну, там должен быть. Вот. Я помню, что он там есть, а он ко мне прям не идет. И сказать, чтоб очень много всего ценного так нет, знаете, как-то Rain Muffler. White Stone. Его еще и заряжать надо. В общем, как-то не очень. Дальше, что нам надо было сделать? Вот когда я копала редстоун, давайте спустимся на этот этаж, что с редстоуном, я вам покажу, что я нашла. Или это еще ниже? Это еще ниже. Здесь нету редстоуна. Да, здесь нету редстоуна. Это еще ниже. У меня где-то здесь спуск есть забабаханный. Вот здесь спуск есть. Вот так. Сквозь. Я там уже посносила блоков чутка. Ну, в общем, вы видите, какие конструкции я настроила. Здесь вот ребра срубала, делала дрова. Это вы можете заметить. Еще вернемся к тому сундуку. И вот как я добывала вот этот строительный блок, которым я вот здесь все отстраивала. Я, короче, ребята, просто обдалбывала здесь стеночки. И смотрите, что я еще нашла. У меня после этого сундука у меня родилось желание вообще снести все здесь к ядрине фене. Но я потом поняла, что много сундуков здесь просто быть не может. Так что давайте просто заберем наше счастье. У нас здесь Basic Capacitor. У нас Blutonium. Елориум. И опять-таки редстоун, сумочки и еще какой-то фигня. И у меня опять-таки нету места. Давайте я разгребусь здесь чутка. Как они там рычат. И мы с вами сумочки пооткрываем, будет весело. Надеюсь, вы любите открывать сумочки. Вот. А здесь, вот вы видите, вот вход... Вот у меня спуск вот там. То есть я проделала такой огромный круг. Нет, еще где-то вот с этой стороны. Я проделала вот такой огромный круг. И уже практически на этапе да ну нафиг я нашла сундук.
Да, здесь я просто закрывала. Как я делала, чтобы на меня монстры не упали? Ребята, вот вы, наверное, знаете, что кирка Tinker's Construct правым кликом. Хоп, хоп. Поэтому я просто так, знаете, как ниндзя, сбиваю блок, так, хоп, и сразу закрыла. Хоп, и закрыла. Хоп, и закрыла. Вообще никто не успевает упасть. Я прям вообще ниндзя. И что он... Кстати, я тогда не глянула. Здесь у нас Симба находится. Отлично. Отлично, мы всяких много вкусностей нашли. И знаете, что я еще хотела сделать? Я хотела еще спуститься туда, в сам низ. И мы там не могли добыть один блок Е чего-то там. Какой-то еларит, вулканит. Как его? Где здесь спуск у меня был? У меня здесь не было спуска. У меня здесь, кажется, не было спуска. Возвращаемся. Мазила, мама, мазила. А подняться наверх надо? Надо подняться наверх. Вверх, вниз, туда, сюда. Настроила. Просто. Обычно люди идут на пролом. Нет, не я. Я построю такие катакомбы, что вообще монстры здесь заблудятся. Блуждать прям в потемках. С большей вероятностью, чем... И знаете, вот это стекло меня прям вообще... Хорошо, что я знаю, что здесь стекло. А так бы просто я от ужаса каждый раз умирала здесь. Скушали морковку, и вот эти картошки отдают энергию просто невероятно медленно. И что я хотела? Я хотела здесь вот этого вулканита. Здесь никто меня не прибьет. Хорошо было бы вообще еще застроиться. Так. И крышку. И... Еще раз крышку. Потому что они любят падать сверху. Я не люблю, когда на меня сверху падают. Особенно если рядом со мной лава. Я понимаю, что лава это очень хорошо. Лава это источник энергии. Лавой можно запитать мой любимый. Это все сгорает, да? Это я просто умница. Все, что я добываю, просто сгорает. F7 нажмем. Для пущей уверенности, что здесь не так все страшно. Давайте вот этот центральный ряд уберу. Что-то мне страшно. Давайте уходим отсюда. Сколько я взяла? 18 блоков. Мне кажется, 18 блоков будет достаточно для того, что я хотела. Здесь у меня еще одна кошечка была. Я что-то подобрала, интересно. О, здесь, да, тоже хорошая кошечка. Я понимаю, что я перевожу лаву. Я понимаю. Но мне так страшно. Короче, долблю все, до чего достает моя кирка. Уходим отсюда. Уходим. Если мне надо будет еще, я просто подгружу это пространство и добуду еще. Значит, поднимаемся наверх. Я опять не засекла время. Ну и фиг с ним. Поднимаемся наверх и сейчас займемся... Нет. Мне еще много рассказывать вам надо. Вот реально много надо рассказать, потому что я опять увлеклась и играла с упоением. Вот так. Задания очень интересные и иногда заставляют тебя поразмышлять, что же делать. В первую очередь, дабы не кушать тонну энергии, отправляемся сюда и выгружаем пространство. Смотрите, здесь не осветлено. Что за непорядки? Я сбила вот такие штучки. Это флэмп-лэмп. Ха. И думаю, почему здесь не осветлено? Потому что ломать не строить. В общем, с чего начать? Так, давайте сначала собачку сдадим. Собачка это секретки. И она меня очень-очень заинтриговала. Я еще нашла где-то зомби-пигмена.
Спросите, где? Я уже не помню. Я вот реально не помню. Так что пускай это останется тайной. А, собачка, и нам дают сумочку с собачкой. Итак, по остальным заданиям пройдемся. Что у нас есть, чтобы сумочки потом открывать? Итак, кварц. Цертус кварц — это тот, что в биосфере снизу. Я все-таки доделала кирку. Вот видите, у меня уже майнулинская прокачанная кирка. Я ее сделала, добыла кварц. То есть ничего сложного. Просто ничего. Спустилась, накопала. Все отлично. Дальше. Лава фабрикатор. Ребята, у меня с лава фабрикатором были огромнейшие проблемы. Потому что заходим сюда. Магма Крусибл называется. Магма Крусибл, который нам надо сделать. И нам надо сделать для задания Basic. Basic. Вот такой. Но рецепт, у кого я не смотрела, кто играет на этой карте, а много зарубежных летсплееров играет на этой карте, у всех рецепт другой. Просто другой. Я написала на форуме Фидзебиста, что у меня вот такая вот проблема. На что мне ответили, да, эта проблема встречается очень редко, и мы над этим работаем. Если вы хотите продвигаться дальше, то просто заспавните себе книжечку HQM Edit и выполните это задание. What? Короче, ребята, я насобирала ресурсов, вот таких, как у меня по этому рецепту, потому что тот рецепт, что у них, он еще проще его надо сделать. А здесь я загрузила следующую сферу и добыла Nether Brick и сделала вот Magma Crucible. Он, кажется, у меня где-то даже лежит. Или куда я его дела? Я его куда-то положила, да? Я его в какой-то из сундуков просто засунула в порыве чувств. Потому что, ребята, я не могу описать. Вот, я пытаюсь. Тыкмок. Я не знаю, куда я ее всунула. В общем, я эту фигню сделала. И, конечно же, квест мне не засчитывала. И мне пришлось заспавнить эту книжку. Да, стыд, позор, я знаю. Но что делать? Хотелось продвигаться дальше. А это задание открывало следующее задание. В общем, вот так вот. Не судите строго, карта находится в бете, и эта проблема до сих пор не решена. То есть прошло практически 2 недели, это у нас праздники. У них праздников нету, у них Новый год, все, и дальше обычный режим работы. Но проблему не исправили. Вот, вот такие вот пироги. Так, дальше что я хотела. Так что собираем просто награду и все. Машинку-то я сделала. Сумочку я сделала, как вы могли уже видеть. Ничего в ней сложного нет, то есть эндерперла, золото, абсолютно ничего сложного. Дальше, вот этот тар и битум, он был в одном из между этажей, о господи. Вот эти маленькие такие узкие помещения между этажами в ротундре. Там очень много этого битума было, это у нас сырой, это пережаренный, тоже вообще ничего сложного. А дальше, дуарит. Это уже следующее измерение. Я вам сейчас его покажу. А что еще? Вот это я сделала. Это у нас World Interaction Upgrade. Делается очень просто. Очень просто делается. World Interaction Upgrade. Как видите, ляпис, дамаскус и basic capacitor, который у меня еще и валялся. Я, кстати, да, я систему запустила. Да, я почитала то, что вы пишете, что не надо бояться, что все будет хорошо. С этим все ясно. Дальше, еще. Это у нас Basic Cash. Я уже забыла, как я его делала. Или это даже Sash. Basic. Просто Basic. Basic. Basics. А, вообще. Team. Деревяшка. Я не знаю, почему я раньше это не сделала. Получаем сумочку, сундучки. Вообще отлично. Еще, ребята, я вам сейчас покажу, что я сделала. И этот процесс создания этой фигни был очень длинный, с очень длительной историей. И в процессе того, как я это создавала, я сделала вот такие ляписные лампы. Давайте соберем награду, я вам покажу, как они делаются. Ляписные лампы. Они делаются очень просто. Стекло, железо и ляпис.
Все. Лапис лазурит. А, есть такая штука. Теперь, вот вы можете подумать, что это за фигня, потому что у меня выполнено задание пирог, а вы курочек не видели, а эти желтые, зараза, не дропают только, хотела сказать, листья. Передропают. И у меня выполнено вот это задание. Ребята, чем я занималась? За одно из заданий, вы, наверное, помните, мы получили яйца заспавнить. Заспавнить. Вот у нас есть корова, курочка и овечка. Свинки, кстати, не было. И что я почитала? Чтобы вывести обычных животных, надо было размножать тех, и приблизительно где-то у меня на 6-м или 7-м поколении вывелись чистые. Та-дам! Потратила я на это часа 2 или 3, потому что я их не вовремя кормила. Возможно, больше поколений. Может, где-то 10 поколений у меня прошло. Я не знаю, но мне почему-то казалось, что где-то 7. Надо было посчитать. Вот по-хорошему надо было посчитать. И в результате теперь у меня есть много-много коровок. Да, вы это увидели. Много курочек, кстати, которых можно и прорядить. И овечки есть, которые я их проряжаю. Эти вот мушрумы здесь заспавнились сами, потому что здесь что? Здесь грибной биом. Да, так что давайте честно выполним задание. Я его сделала честно. Это у нас 20 кожи, 20 и 20. Все по чесноку. Спаун, сквид, слайм. Отлично. И таким же макаром уже пирог было несложно сделать, потому что туда идут просто яйца, а все остальное у нас уже было. Вот, собственно, что относится к этим заданиям. Да, вроде бы все. Пошли наверх открывать сумочки. Пошли наверх открывать сумочки, потому что это, наверное, самое интересное. Самое интересное в этих заданиях – это сумочки. Просто сумочки. И, кстати, да, на блоке земли надо ставить факел, потому что деревья не растут. Вот так вот. Монстры здесь не спавнятся. По F7 зону вы не увидите. Но освещать надо, потому что растениям нужно освещение. И также это относится к там к растюшкам, которые у меня внизу. Мне пришлось факелами все осветить. Скорость выговаривания моих слов просто поражает. И вот, да. Что я еще сделала? У меня уже места нет. Давайте запихнем вот это в систему. Это в систему. Это все, что мы получили. Мы получили Dark Ethereal Glass. Кстати, он бы мне раньше при... Сундучки, World Induction Upgrade. Что с этой симбой делать, я не знаю. Это откуда у меня Thermal Expansion, какие-то аугментации, листья, плоть, печеньки. Потом пригодятся. Вулканит, кажется, нам еще сейчас пригодится. Это все закинется. О, Magical Wood мы получили. Отлично, сумочек. У меня просто это толпище. И у нас еще задание на... На Гелит Криотиум. Ну вот, в общем, когда я ходила копать Цертус Кварц в биосфере, я просто себе взяла с собой сундучок. Что я говорю, сундучок? Я взяла танк. А, кстати, надо выбрать задание. Что я творю? Надо выбрать. Мне кажется, мне не хватит того, что я набрала. Или хватит? Я выбрала теперь клацаю. Потому что я столько ресурсов перевела, когда не делала это правильно. Просто вливаем. Только половину. Окей. Так, значит, так. Хорошо. Хорошо, я все поняла. 1, 2, 3, 4. 4, да? Там было 4, да. Берем с собой 4 ведра. У вас сумочки жалко. Так, сначала откроем сумочки, хорошо? Потому что я сейчас как профукаю вот это все добро, которое у меня есть. Итак, откроем самую вкусную. Самую вкусную. Wild's Dream. Дикие сны. Дальше у нас есть Basic и Good. Давайте сначала гуд откроем. Это у нас тин, это у нас айрон, слайм, бро... Фигня. Опять голден лассо с мини-ми. О, как я не люблю вот эти штуки. Саваду... Какой-то очень крутой меч. Плюс 10 атаки. А мой сколько?
плюс 8. Какой-то крутой меч. На нем еще ляпис и кварц. Ляпис вообще шикардосный. О, я буду держать этот меч. С чего он сделанный? А из чего он? Из чего он? Из чего он? Почему я не вижу материал? Это айрон. Хорошо, я его использую. То, что я хочу вам позже показать. Разные книжки с книжками. Вы опоздали. Опять эти лассо. Лассо уже надо скинуть. И, кстати, это можно? И это можно скинуть. И еще одна хорошая, это у нас из Extra Utilities всякие ноды. Тоже неплохо, тоже неплохо. Это у нас кнопки, клевер, пироги, стрелы с печеньками и удочка. Удочка просто из Майнкрафта, еще и с протекшеном. Иди сюда, удочка. Все остальное закину в системку, пускай там валяется. Пускай там валяется. И как вы можете видеть, у меня в системе уже много-много дисков. И это только потому... Вот посмотрите, как делается One Key Storage. One Key Storage делается из вот такой штучки. И на такую штучку надо вот такую штучку. В общем, у меня за какие-то награды, или уже здесь было в сундуке, вот таких штучек 1К, мне кажется, еще остались. 1К. Да, еще осталось 34. И я не знаю. Я решила, что так как у меня не много вещей, а много единичных вещей, то я сделала просто на 1К этих. И, как видите, еще не все заполнены. Так. Сначала идем в Special IO. Special IO. И покладем. Просто без комментариев. Положим туда вот эту штучку. Возьмем биосферу. Загрузим. Пошли в биосферу. А что? Если я профукала количество ведер, это непростительно. И я решила, что я сейчас сделаю это задание. Значит, я его сделаю. Все. Не обсуждается, обговаривается. Что со мной не так? Что со мной сегодня не так? Почему я говорю эти странные слова? Еще и вслух. Здесь все очень просто. Вы сейчас увидите, как я выкосила здесь Certus Quartz. Просто выкосила. Потому что я могу. Все, 4 ведра. Возвращаемся. Мне кажется, 4 хватит. Книжку в руки взять. И меч с собой таскаем. Надо будет его прокачать. Я вам покажу, где я его буду качать. Замечательное место, но сначала с охладителем разберемся. Кстати, да, по-хорошему, у меня была идея. Вот у меня идея фикс, только на нее надо выделить время. Я хочу разбомбить реактор, потому что его форма, его размер меня не устраивает. Смотрим, задание у меня выбрано. Хорошо, мы просто вливаем сюда одно ведро, 55%. Типа 60. Сколько мне ведер сюда надо? 70%. То есть 4 ведра это 20%. По 5% на ведро. Мне еще 6 ведер надо. Пошли со мной, дружище. 6 ведер. 6 так 6. У меня реально считалка не выросла. Просто. Почему я посчитала, что этого будет достаточно? Или он испарился, пока я не играла? Знаете, у него срок годности вышел. И, короче, задание его не приняло. Только не упасть, только не упасть, только не упасть. Ставим здесь вот эту штучку. Она у нас на сколько? Она на 32 ведра. Чтобы не тащить пустую эту фигню, я сейчас уйду за кадры и начерпаю много этой штуки и вернусь к вам буквально через секунду. Ну вот и все. Полный танк. 4 ведра. Отправляемся наверх. Главное не поставить этот танк сверху на эту фигню, потому что она сожрет все, сколько ей не дашь. И насчет реактора, что я хотела сказать. Я хочу его переделать по подобию того, что я строила в монстру, того, что я строила с ребятами в потерянных.
как бы мне кажется, что его размер достаточный, а то, что сейчас там происходит какое-то безобразие, или может даже с того, что там есть, можно сделать целых два реактора. Да, ребята. Да еще из сумочек падало. Оу! Черт. Мне нужен еще один танк. Не такой. Не такой, не такой, не такой. У нас есть Купер. Купер. Да, есть Купер. У нас есть Глаз. Да, у нас есть Глаз. Сделаю самое простое. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Сколько в простом хранится? В простом хранится 8. Нам нужно буквально 6 ведер. 6 ведер. Туда запихнем. Сбоку поставим этот. Добавим еще 2 ведра. Теперь ключиком открываем низ. Сливаем все внутрь. И у нас должно выполниться задание. Должно выполниться задание. Е-хей! И мы получили опять сумочку какого-то качества, на хорошего качества. Но почему вы мне даете всякую фигню из Тинкерс Констракта? Я могу сама это все скрафтить. Тут реально могут дать что-то вкусное, а дают фигню. Ну, меч, конечно, хороший, но все остальное фигня. И эти картошные. Я такие надежды полагала на эти картошные. Думаю, о, господи, сколько их мне надавали. Вообще отлично, буду магнитик свой заряжать, но я вижу, мне надо делать эту штучку из Thermal Expansion, которая заряжает все вокруг. Ну, в смысле, то, что ему даешь. И что мы еще можем сделать, ребята? Мы можем сделать электрум, во-первых. Электрум, насколько я помню, это два железа, один ферус. Где мои пылинки? Где мой пульверайзер? Что здесь происходит? Что это? А здесь что? Два железа, один ферус. У меня здесь безумие елорит происходит. В общем, я копала. Я копала как могла, ребята. Я копала как могла. Вот так. Даже вот так. И это инвар у нас. А как электрум делается? А, электрум делается из золота и серебра. Чё я туплю? Нам нужно золото. И я что-то не вижу серебра у себя. Может, у меня его нету? Хотя... Ну, такое тоже может быть, знаете, случается. Сильвер. Есть Сильвер, я тебя вижу. Иди сюда. Иди сюда. Инвар пока. Пока пускай валяется. Так, посмотрим, сколько нам его надо. Электрума. Электрума нам надо буквально 10. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. У нас есть печка. Это пульверайзер, это печка. Фигач. Давай. Дерзай. И нам еще надо, конечно же, 10 алюмайт инготов. И я вам скажу так, они у меня уже, кажется, наплавлены есть. Да, вот 10 алюмайнит инготов. Это один блок и одна штучка. Откуда алюмайт инготы? Во-первых, здесь или лежал, или мне дали из сумочек обсидиан. Во-вторых, вот в этой сфере для копания я не поняла. Вы это видели? Куда он делся? Что произошло? Нет, ну так нельзя. Вот. Ох. Вот этой сфере для копания были кустики алюминиевые. Я их поставила в комнате с реактором, и они очень хорошо поливаются лейкой. И я просто стояла, фигачила и наделала алюмайта. Вот такая вот история. Все, ничего сложного. Мы получили награду. И в награде опять-таки сумочка. Хорошая. И что они дадут? Глину. Пускай будет. Глина тоже хорошо, особенно для этого. Для Ender.io, потому что там силикон нужен для некоторых крафтов. И ты вверх отдаешь или сзади? Сзади отдаешь. Постоянно путаюсь, что куда у меня отдает. И давайте выполним электрум. Электрум. Готово. Мы получили еще по блоку
ресурсов, которые лишними не бывают, и сумочку, и... Что? Извиняюсь. Соленый бедрокиум? Сколько? Сколько? А нет, это соль, но в бедрокиум драме. Сколько соли? Знаете, как это? Ушла. А что я могу сделать с солью? Солт. Солт, солт, солт. Нет, ну я, конечно, могу перефигачить. Солт, солт, солт-петер. Что я с тобой могу делать? Блок из тебя могу делать. Хорошая штука. Ганпавдер могу себе делать. Медасиум даст. Я еще не встречала этот медасиум даст, но, в принципе, могу я такое делать. Ну, хорошая штучка. Хорошо. Хорошо, я согласна. И я так вижу, у нас опять серия затягивается, ребята. Ну, ничего, я думаю, вы мне потерпите еще секундочку. Кстати, кирку можно было починить. Я вам покажу еще одну фишку, чем я занималась. Значит, вот животных, которых я разводила, я вам показала. И, наверное, следующее измерение уже в следующей серии, потому что я опять затягиваю. Животных я вам показала, и, знаете, я не подумала. Я это делала в порыве чувств, потому что могу. Но вы знаете, что я там собрала это землю проклятую. У меня сразу мысль, проклятая земля. Что же можно сделать с проклятой землей? Ну, подумайте, что можно делать с проклятой землей? Конечно, можно сделать себе ферму мобов. Ферму мобов. Я такая, ура-ура, взяла чизл, взяла кучу каблы и построила вот в том уголке ферму мобов. Чё-то не то. Не спавнится. Видимо, освещение у меня плохое. Думала, лампы не выключаются до конца. Я поставила вот эти белые лампы. Я их где-то наковыряла, поставила. А, видите, даже здесь забрала. Сначала поставила glowstone лампы. Потом поменяла их на белые. Потом белые поменяла на лапис лампы. Короче, с лампами я игралась долго и нудно. Пока не поняла, что нахожусь я-то в грибном биоме. И ничего здесь не заспавнится. Хоть как бы я билась головой об стенку. И, кстати, по поводу фермы мобов, я сразу себе сделала вот столик зачарования. Ничего сложного, то есть деревья есть, коровки есть, тростник есть, алмазы, книжка, обсидиан. Все очень доступно, все под руками. И поэтому я решила сделать себе качалку мобов вот здесь. У меня там не засвечено, ребята, спавнятся, они здесь просто жестоко здесь спавнятся. Так, а теперь немножко расскажу вам про структуру того, что я наваяла. Я понимаю, что это топорный вариант, я понимаю, все это можно организовать куда эффективнее, но на первое время она меня удовлетворяет просто в полной мере, потому что у нас есть задание. Задание вот такого плана. Bake to win, кажется, да? Open? Да. Вот, задание такого плана — это убить какое-то количество эндерменов, какое-то там количество зомби, криперов. Вручную надо убить. В общем, поэтому эта качалка у меня супер. Да и меч здесь можно качать. Особенно вот этот, вот этим мечом я займусь здесь. Что у меня здесь сделано? Во-первых, я лифт поставила. Во-вторых, это у меня коробочка. Я не помню, здесь, кажется, от центра по 7 в каждую сторону. Там у меня здесь стоят вентиляторы. Здесь длина у нас 8. Эти еще боковые меня сдувают. Итак, да, выключатель света у меня находится вот здесь. Я могу включить сейчас свет. Что-то им там плохие. Вот. Вентиляторы включаются у меня здесь эти боковые, там эти боковые, а там эти. Конечно же, можно взять себе проводочки из Project Red, но, ребятки, я еще не дошла до того уровня развития, поэтому я просто редстоун запрягачила. Еще что? Почему я здесь сделала такое кольцо из каблы? Потому что некоторые скелеты-паразиты стреляют огненными стрелами, поджигают мне землю, все выгорает. Два раза мне уже так выгорало, стоило мне только отойти. Теперь про систему убийства. Если я стану... можно еще даже ниже как-то копнуть. В общем, можно было еще... В общем, еще одно слово паразит. Можно было сделать поудобнее, чтобы они туда не проваливались. Но у меня там стоит сундук с вот этой палочкой, которая собирает лут. Вы меня поняли. И давайте посмотрим, что у меня там в сундуке происходит. А у меня в сундуке вы можете посмотреть, увидеть много вот этих кливеров.
Как я делаю автоматическую ферму? Я поставила здесь Autonomous Activator. В него запихнула дофига кливеров и поставила гонять их по кругу. Работает хорошо, только криперы взрываются. Но так как урон от взрыва криперов здесь не отключен, точнее отключен, а не отключен, отключен урон от взрыва криперов, поэтому мне это не очень страшно. А во всем остальном меня полностью удовлетворяет эта система. Вручную очень удобно. Иногда, конечно, вам могут в глаз стрельнуть, но это не так больно, как бы казалось. Главное, быстро махать мечом, и все хорошо. Что еще хотела сказать? Ну, в общем, меня конструкция удовлетворяет. Да, хорошая конструкция работает. Иногда эндермены сбегают. Ну, можно их догнать. А можно не догонять. Ведьмы очень страшные, не люблю их. Вентиляторы иногда сбоят, монстры там залипают, просто стоит у вентилятора и никуда не движется. А так, в принципе, все хорошо. Вот. Я очень довольна. Теперь я как бы могу при вложении времени выполнять вот эти задания на убийство монстров. И в награду я там получаю какие-то печеньки. Это же triple compressed. Хотя я уже ближусь к тому, чтобы вывести какао-побы, и тогда уже все будет замечательно. Поставила здесь урну, дабы удалять все лишнее. Тут у меня блоки стоят. Ну да, вы, наверное, заметили, что это темное стекло, хотя я думаю, что и без темного стекла они бы здесь хорошо спавнились. Здесь нету солнечного света, который мог бы сжечь эту землю, поэтому можете даже не заморачиваться по поводу темного стекла. Потому что это действительно заморочка, можно было просто обычным стеклом сделать. И да, там монстры не вываливаются, это такой глюк, потому что их много. Вот такие вот дела, ребята. Серия, наверное, получилась длинная, потому что я очень много играла между этими сериями. И мне очень хотелось рассказать вам все-все-все, что я проделала. Возможно, я даже что-то забыла. Да, да, такое может быть, потому что со временем мысли улетучиваются, и надо уже себе завести какую-то тетрадку, которая будет относиться к тем или иным сериалам, чтобы я могла вам рассказывать о том, что происходит. Да, да. На этом все. Да, мы все выполнили, что хотели выполнить. Да, все доступное мы выполнили. У нас, кстати, открылся вот такой раздел. Ребята, и здесь за печеньки дают всякие пространства. Вот про это пространство я на форуме читала, что оно глючное, что оно еще не работает. И в принципе эти пространства не связаны с сюжетной линией, как бы вот с этой главной. Так что пока что я на него не буду обращать внимания. Вот так вот. А в следующей серии мы с вами отправимся в следующее измерение. Так что на этом все. Пишите в комментариях ваши рассуждения по поводу этой карты, по поводу... даже по поводу вот этого Magma Crucible. Если вы играете на этой карте, стыкались вы с этой проблемой? Я не понимаю, почему у меня такая проблема. Я уже обновляла, ну то есть, как мне лаунчер Фитцбиста предлагал обновить эту карту, я ее обновила. Больше он мне не предлагал обновлять. Как обновлять? Как ее вручную обновить? Я не знаю, может версию надо поменять, может еще что-то. Я не сильно в этом разбираюсь, поэтому я пошла самым легким путем. Не судите строго. У меня не хватило сил просто душевных, чтобы бороться с этой проблемой, потому что я очень много раз крафтила. Я создала новый мир и опять пыталась скрафтить его. Я в этом новом мире пыталась ее из креатива достать. И все равно оно не засчитывало. Оно меня выбешивало. Вот это незавершенное задание, которое не открывало мне цепочку, оно меня выбешивало. И я посчитала это самым... душевно экономным способом проделать то, что я проделала. Так что не злитесь на меня. А на этом все. С вами была Флешка, с вами была Материальная Энергия. Всем спасибо и всем пока-пока.